Всем доброе утро. У нас сегодня суббота. Слушайте, мы с Дианкой проснулись в 9 утра. Сидим тут, разглагольствуем. Я себе сделала кофеёк. Ну, обычный вот Нескафе с молоком. Диана сидит, что-то там, переписку ведёт. Да, Дианка? Да. Переписку ведёт. А я смотрю своего любимого блогера. Ой, это мой самый любимый, самый-пресамый-пресамый. Диана, запускай его. Мы смотрим. Может, узнаете по голосу? Я его смотрю, понимаете, у меня просто настроение. Диана, вышел кот его новый. Видишь, какой? Красивый такой, толстый. Короче, вот я его смотрю, и я хочу вам сказать, у меня настроение поднимается. И особенно, когда мне как-то грустно, я открываю его видео и... Нет, я не могу сказать, что я прям каждое видео смотрю. Нет. Но очень часто. Очень часто. Дианка, я и на прямых эфирах участвую. Ну как, я там не пишу ему, потому что там невозможно все писать. Но мне нравится, как он поет. Вообще такой молодец. Привыкай, привыкай. Да, да, да. Привыкай. Так, выключай, а то мне YouTube не разрешит, голос его там, не дай бог, прозвучит. У нас начинается ж завтрак, значит, мы открыли Машины шпрот, это те, что она нам выслала. Кстати, мужу очень понравилось, вообще очень одобрил, класс, сказал, что вкусно и вкус необычный. Дианусика сбегала за хлебушком, свеженький. Диан, он горячий был? Нет. А, нет, холодный. Все, чай, и сейчас покажу, что буду делать на завтрак. Ну, муж, естественно, ж хочет, кстати, спросила, то была не спросила, это спросила. Килограмм этой колбасы, вот в этой вот, стоит 75 лир. Я, конечно, была шокирована, я говорю, ну вообще, ну скажите, зачем по такой цене покупать? В общем, сейчас яичница вот с этой колбасой, с кайсерийской, он очень-очень хочет. Прям, пожалуйста, пожалуйста, сделай мне. Ну, не вопрос, нам что, сложно? Знаете, нам, знаете, как говорится, нам, а нам кабанам... нажрался и спать. Так вот это и нам. Нам совершенно ничего не сложно сделать. Сделаем. И еще у меня тут сливочное масло. Дианка, давай выкладывай. Это у нас домашнее масло. Вот такое вот домашнее. То есть, которое то вчера я добавляла в крем. Далее вот такой вот сыр. Мы доедаем. Он такой кисло-солено-мягкий такой сыр. Открывай, Диана, где тарелочка и в тарелочку. Сейчас, подожди, я достану. Я думаю, что на блюдечко мы тут выложим и будет отлично. Дотенька, помогаешь мне открывать, аль нет? Давай. Я думала, хотела на тарелочку, но кусок большой, поэтому выкладываю в судочек. Если не доестся, то накроем и на завтра. У нас, конечно, играет Retro FM. Мне тоже муж его любит, и он сам его включает порой. Короче, нарезаем. Дианка, снова молоко такое. Ты тут сидишь. Ты рассматриваешь, какой у тебя Wi-Fi. Короче, вытирай печку, блин. Один раз вытеришь, дотенька, будешь знать, что... Кому тебе это пить? Не знаю, как тебе это пить. Блин, Диана, пожалуйста, вытри, иначе засохнет, потом будешь зубами драть. Так, там чай... так Сюрк, ну вот здесь вот я смотрю, уже небольшая плесневушка. Диан, придержи ко мне, я хочу вытереть нож. Эту... И если на нем появляется, это вообще не страшно. Берете и вот таким образом с ножичком вот таким сошкрябываете. Расколола и, короче, заливаем оливковое масло. Так, хорошо. Я уже, слушайте, миллион раз, да, скажете, ой, да ты задолбала уже своим сюрком. Ну да, я его люблю. Вот долгое время, ну недолгое, сколько-то не ела, поднадоел, но это какой-то новый. Где муж купил, не знаю. Угу. Так вот. Все. Ну, и я думаю, достаточно. Можно еще. Вон, видите, сколько. Оно сейчас впитает в себя. И потом берете вилочкой, на хлебушек накладываете. Либо так. Можно так откалывать. Но он мягкий. Я бы его, конечно, он еще не особо высушен. Его еще бы не мешало бы денек, а то ли два просушить. Ну, денек достаточно.
Мы уже позавтракали, в общем. Даже я разрезала наш тортик, который вчера, ну, не я разрезала, Диана. Ей очень горело. Ну что, ну, в принципе, ничего, хорошо, все вкусно. Обычный домашний такой торт-пирог. Вот так бы я бы его назвала. Ну, покажу вам вечером, буду еще подрезать, и я думаю, что вам покажу. Нет, значит, там фотку сфоткаю и сюда добавлю тем, кому интересно. Можно делать все быстро, все легко, все просто и действительно из доступных продуктов. Вот я к чему. То есть, в принципе, самое основное, что там, ну, такое, да, в объеме, это 150 грамм сливочного масла. Все остальное у нас всегда, это практически всегда имеется в холодильнике. Я к тому, что в любое время суток, независимо ни от чего, можно сделать такой вот торт-пирог. А сейчас сидим, и я говорю Диане, сейчас иду посуду мою, и говорю, нужно что-то делать, нужно выходить, потому что я 5 дней в неделю я просидела дома. Один раз, по-моему, да, Диан, мы с тобой один раз вышли? Да. Ну, потоптались. Да. Один раз вышли среди недели, все остальное время я дома. Я тоже. Ну, ты, тебе-то за кайф, а мне-то, человеку, который любит твердую почву, потоптать. Это, конечно же, сложно. В общем, я сейчас голову опять вымыла в ночь. Голову, не голову, волосы. Вымыла в ночь. Ну, смотрю, немножко как-то так пышненько. Не сильно там прилохматилась. Помог, не сильно мне истоптала волосы. Сейчас подкрашусь. Я еще не красилась. Подкрашусь. И что? И предлагаю куда-то выйти. Не знаю, куда. У нас сегодня день рождения моего мужа. Ну, день рождения его. А ему как бы вообще по барабану, что он у него есть. Поэтому надо мне брать бразды правления в свои руки. Вытягивать всех на улицу. И вперед из песни. Вперед из песни. Короче, потому что сидеть... А, не, у меня работы дома мало, мне нужно уборку сделать, мне надо, знаю, там в кухне ж хочу вот эти шкафы помыть, смотрю, там в одном постоянно чай беру, и ложка сверху лежит, у меня муж любитель вот эту ложку выкладывает там сверху на судочек, не судочек, короче, на баночку, где лежит чай, и он осыпался, короче, хотела там внутри порядок понаводить, эту кафель помыть на кухне. Работы? Во! Но надо вывести себя на улицу. Я считаю, это основное, подышать. А работа, как говорится, не волк. Не волк, в лес не убежит. Завтра я ее сделаю. Правда, завтра я сделаю уборку. Ну и захвачу там, вымою, например, шкафы. Ну, а кафель уже вечером вымою. В общем, надо как-то так, знаете, порционно выполнять работу. О, машинка у меня постирала. Пошла, вывешу. В общем, мы уже выходим, собрались. Диана обувается. Я что-то как никогда натянула водолазку, слушайте. Да я забываю, у меня там же ж лежит оно все. Я поняла, то, что не на тремпеле, то считай, что похоронено. Забыто и, как говорится, навсегда причем. А это, ну, у тебя да. У тебя неправда, а у меня правда. Все готово. Еще... Волосы прочесала изнутри, как я тебе сказала. Нет еще, блин, ну давай. Как знаешь, как сложно волосы. Тентусечка, давай. Расчешись и будем выходить. Ашкин пошел-то мусор выкинуть. Ну, пойдем прогуляемся, пройдемся. Время уже, правда, сколько? 16:00, да? Мы уже пришли в город пошариться. Погодка вообще просто прелесть. Весна красна. Да, Диан? Да. Классная погода? Нет. Куда идем, кстати говоря? Нет. Ну, Дианка, ну я лично не знаю куда. Куда-то хочется, а куда... Для пробки. Ну, в субботу, конечно, здесь народа, а завтра вообще никого. Так и есть.
цветы продают. Это не ими пахнет. Лянь, на каждом этом столбе. О, это ими пахнет. Запах такой, мне, честно говоря, не особо приятен. Переходим. Тут тыква. Пельмером. Туда, говорит, либо сюда. Как нарциссы цветы. Пахнут. Ну, пахнут. Может, и как нарциссы пахнут. Я уже забыла запах нарциссов, если честно. Так, где ее ставить? Мозаика, мозаика, видите? Кюнефе. А, Эвет, Чукизен, глянь. Везде оно такое. Здесь всяко разно. Ой, глянь, это такая сумка. Ну подожди, Диан, подвинься, пожалуйста. Макашкин, чук интересан, бучанта. Гляньте, там замочек. Некадар, сор, лютфен. Ну, сор. Бук, гурта. И вот, посмотри, так, ашкенбак, мавивар. Это зеленый мавивар. Зеленый? А по мне так... Какой-то... Мне аж интересно, почем это. Некадар? А, гляньте, здесь сколько классных безделушек. Вот Ататюрк. Кулончики, такие кулончики все различные. Очень красиво вот это вот смотрится мозаика. Вот в кулончиках, боже, вообще красота. Ну, сумки просто класс. Но они, наверное, тяжелые. А вот еще, видите, собаку какую сделали. У нее нос в виде сердечка. Сейчас супер. Класс. А, $50 такая сумка. Нифига себе, конечно, дорого. Ну, ручки, конечно же, не кожаные. Но красивые. Идеи вообще бомбовские, скажи. Интересно, что там внутри, ну, себе представляю. Ну, она тяжелая, представь, тягать с собой эти камни. Ну, очень красиво. А вот колье, видите, в серебре. А, вот те тоже. Орда мозаикашка. Угу. То в серебре, там, видите, такой вот. Ну, там цена 195, это что? Серьги 195. Вот, видите, вон. Красота. Интересно, сколько такая табличка стоит? Которая? Табличка. Он так... Да это магнит, наверное, Дианка. Это все мозаика. Да. Короче, 35-40. Вот такие цены. И вот, видите, всякие разные эти кулончики. Вообще, какая красота. А вот, Дианка, это что? Ну, из натурального получается камня. Глянь. Кулончики. Ну, естественно, это все не в серебре, я так поняла. Серебро только там. А здесь так. 15 лир. Вот, смотрите, вот такая картина, 250 лир, 225. А вон, глянь, вот те магнитики. Господи, утенок. Ну, я так думаю, с какой целью оно тут лежит в таком случае. Очень все красиво. Я люблю такие штуки. Вот это тюрк, это вот эта цена 1300. Скелетик, ну да, да, да. Цена есть? Нет. Короче, вот этот вот тетенька 650. А вон тетенька вот это вот 1250. Ну, в общем, разное. А негр вон 400. 400, да? 400. А это вот 95-то такой. Ой, это крупный такой, видишь? Тоже 400 лир. Вообще, да, 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 это видишь, большой, крупный. А образ насколько похож. Вот так вот смотришь, вот, Дианка, в оригинале смотрю, не похоже. А вот через камеру смотрю, реально, Ататюрк. Да. Издалека выглядит очень.
общем, тут зашли перекусить. Ну, Ашкин, как всегда, у нас не может отказаться от этой шаурмы. Шаурмы, да, салатик. Огурчики. Сейчас попробуем. Не, не острые. Мягкие. Мягкие, да. Но не острые. На слабу салаташка. Сейчас тут Дианка пиццу себе заказала, и мне там что-то должны принести. Не знаю, что. Дианка, а ты какую себе пиццу взяла? Я не выбрала пиццу. Я писала пиццу, а мне что-то в цели тот был. Пицца любая. Либо там был сыр и помидоры. Мне это самое важное. Харбиеме, не ден ашкем. Мне фарквар. Харбие, нормально. Эд шишвар. Кусочки мяса. Не курица. А, не такое, как вот, знаете, срезают. Не такое, как вот срезают, когда дюны эти шаурмирщики, шаурманщики, как они, срезают мясо с вертеля, вот это, которое крутится, понятно? Это кусочки. Тоненькие. Да. А это такие кусмарики. А это куски. Куски мяса. Угу. А фетосу нашки. Каймамы. Каймамы? А, каймайли. Диане принесли ее пиццу. Такое горячее, блин. Грибы. Оливки. Ну, короче, то, что Дианка любит. Ну, сегодня, ладно, можно, Диана. Уж захотела, выбрала. Хорошо. Слушайте, а это мне еще какая-то и булка. Шка. Кмек. О, видите, пилав, курица, картошка и чуть-чуть салатика. Все. Всем приятного аппетита, Дианка. Гафетосу. Ашкем уже доедает. Мамберлик, Теозаман.